Станция «Текстильщики». Выход к железнодорожной платформе «Текстильщики». Второй диаметр. This is «Текстильщики». Change here for D2. Так, М2Д в Иерусалимск. 0020. Да неужели он второй раз не попадается? Второй раз! Вчера он тоже самый. Ничего себе! Так он уже первый раз. Когда 20-й не попадается. Следующая остановка Новохохловская. Переход на Московское центральное кольцо. Осторожно, двери закрываются. The next station is Новохохловская. Change here for Moscow Central Circle. Пригородных поездах и на МЦД ношение масок и перчаток по-прежнему необходимо. Это обязанность каждого из нас – защитить себя и окружающих. Пожалуйста, не снимайте себе защиту до выхода со станции и вокзала. Переход на Московское центральное кольцо. Следующая остановка – Калитники. Новохохловская. Change here for Moscow Central Circle. The next station is Калитники. Следующая остановка – Калитники. При выходе с платформы приложите карту «Тройка» к терминалу во избежание ее блокировки. Осторожно, двери закрываются. The next station is Калитники.
избежание ее блокировки. Следующая остановка – Москва Товарная. Коллеги, the next station is Москва Товарная. Следующая остановка – Москва Товарная. Наземный переход на Калининскую и Люблинско-Дмитровскую линию метро. При выходе с платформы приложите карту «Тройка» к терминалу для избежания ее блокировки. Station is Москва Товарная. Change left for Metro Lines 8 and 10. Следующая остановка – Курский вокзал. Переход на Люблинско-Дмитровскую, Арбатско-Покровскую и кольцевую линию метро. При выходе из поезда не забывайте свои вещи. Осторожно, двери закрываются. The next station is Курский rail terminal. Change left for Metro Lines 3, 5 and 10. Thank you.
Ласточка в окрасе МЦД. Интересно бы, если бы я попалась. Москва, Курская. Завтра будет поездка. Курский вокзал. Переход на Любинско-Питерскую, Арбатско-Покровскую и кольцевую линию метро. При выходе из поезда не забывайте свои вещи. Следующая остановка – Каланчевская. Курский Rail Terminal. Change left Metro Lines 3, 5 and 10. The next station is Каланчевская. Ничего себе, гость из Санкт-Петербурга. Следующая остановка – Каланчевская. Наземный переход на Сокольническую и Кольцевую линии метро. Выход к вокзалу Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому. Осторожно, двери закрываются. The next station is Каланчевская. Change here for Metro Lines 1 and 5. Следующая остановка – Каланчевская. Наземный переход на Сокольническую и Кольцевую линии метро. Выход к вокзалам Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому. Осторожно, двери закрываются. The next station is Каланчевская. Change here for Metro Lines 1 and 5.
имеются ли, ношение масок и перчаток по-прежнему необходимо. Это обязанность каждого из нас – защитить себя и окружающих. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода со станции или вокзала. Ласточка на МЦД подряд. Чего себе, первый раз такое вижу. Северо-восточный. Вон этот, конечно же, мост. Каланчевская. Наземный переход на Сокольническую и кольцевую линии метро. Выход к вокзалам Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому. Следующая остановка Рижская. Каланчевская. Change here for metro lines 1 and 5. The next station is Рижская. Следующая остановка – Рижская. Выход к Рижскому вокзалу. Осторожно, двери закрываются. The next station is Рижская. Change here for Рижский rail terminal.
разбил круги. Рижская. Выход к Рижскому вокзалу. Следующая остановка Дмитровская. Рижская. Change left at Rijski Rail Terminal. The next station is Dmitrovskaya. Следующая остановка Миллерская. Надеюсь, что вы не забудете. Ну, а теперь куда?